Ну вот, подготовил корыто для дороги вокруг ангара. Выбрал лишнее. Обещали щебень. Здесь будет дорога. Сделал дополнительные канавы, чтобы вода туда скапливалась. Здесь, где елочка, вырыл там за елочкой прудик, чтобы вода тоже скапливалась, потому что очень высокий уровень воды. Калцемс. Тоже, видимо, часть бывшего калцемского кирпичного завода или комбината. Вот там еще ангар. Тут полно всяких строений, без окон, без дверей. И все это надо приводить в порядок, восстанавливать. Как минимум, вот дороги сейчас делаю. Ну и всякие всячины тут, всякую мелочевку. Плиты перевожу в одну кучу, поддоны с кирпичами. Часть развалилась, рассыпалась. Поддоны уже несколько лет стоят, гниют. Ну вот такие дела. Центральное здание крематория. Ой, как бы не шлепнуться. И вот там заезд. Вот такая вот территория. Надо привести в порядок. Работы полно. Все.